Добрый день! Вас приветствует компания «Фабрика компрессоров», город Челябинск. Рады вас приветствовать на нашем YouTube-канале. Сегодня мы вам покажем компрессор КВ-1212, укороченный. Итак, компрессор был изначально передвижной. Попал он к нам в руки стационарным, без шасси. Наши специалисты его сделали в габарит под буровую УРБ. Габарит имеет 2,45. Была уменьшена общая длина компрессора, для того, чтобы можно было поставить на буровую платформу. Давайте пробежимся по блоку управления для начала. Итак, блок управления простой и надежный, электромеханический. Давление воздуха, счетчик моточасов, давление масла в двигателе, температура охлаждающей жидкости и температура масло-воздушной смеси. Все просто, все понятно, как происходит запуск, как происходит глушение. Так, 2014 года выпуска, 12 на 12, 12 кубов и 12 бар рабочее давление. Касаемо блока, давайте еще пару слов скажу. Блок является, поскольку достаточно простым и надежным, в случае выхода из строя какого-то датчика, менять целиком панель не нужно, меняется конкретный датчик, и вы можете дальше смело работать. Глушится посредством вытягивания данного рычага, собственно говоря, и все. Давайте посмотрим его начинку. Компрессор мы запускали, сейчас происходит его разгрузка, поэтому не удивляйтесь, если слышно звук сброса давления. Простой и надежный двигатель ЯМЗ-236, который хорошо себя зарекомендовал, очень давно используется на различных агрегатах, в том числе на данном компрессоре. У данного компрессора он прошел полную предпродажную подготовку плюс капремонт с заменой цилиндропоршневой группы. Далее, винтовой блок также подвергался ревизии. Сам блок не потребовал ремонта, только лишь замена, но их заменили также на всякий случай. Так, также была произведена замена, получается, трубок рельсановых, замена масла, замена фильтров. Фильтрово-воздушного, фильтро-масляного, так же как на двигателе, так и в компрессорной части. То есть была проведена полностью. Компрессор разбирался, можно сказать, в ноль. Все зачищалось, все пескоструилось, все красилось. То есть после нашей подготовки компрессоры выходят не только технически исправными, но и визуально подготовленными. То есть чтобы они соответствовали вашим желанием и требованиям. Так, что мы сейчас с вами сделаем? Предлагаю тогда сейчас запустить компрессор, послушаем, как он работает, и, собственно говоря, увидим в работе. Давайте подключим АКБ. Сейчас на счетчике 766 моточасов. Достаточно небольшая наработка для данного года. Давайте произведем пуск. Сейчас маленько компрессор поработает, двигатель нагреется, и мы сможем с вами его запускать.
Как я и сказал ранее, компрессор идет под буровую, поэтому идет без топливного бака. Открываем впускной клапан. Компрессор, как вы сейчас увидели, полностью технически исправный, полностью подготовленный. Пару слов про охлаждение я вам не сказал, давайте пойдем посмотрим. Обратите внимание на вентилятор и диффузор. Специалисты нашей компании сразу меняют заводской стандартный вентилятор охлаждения на камазовский. Он имеет больший угол атаки, благодаря чему он позволяет лучше охлаждать радиатор. Также наращивается и диффузор, что способствует лучшему охлаждению. Фабрика компрессоров, город Челябинск. Приобретайте новую БУ-технику с гарантией. Всего доброго!